Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вот и подошел у нас к последнему приближающему этапу конкурс «Крылатое лето 2019». Как вы знаете, с каждым разом наши этапы усложнялись. И последний этап тоже не исключение. Этот этап у нас с вами будет интересный, но и в то же время очень трудный. Называется он «Конструкторское бюро». Все вместе вы должны объединиться. У каждого есть свои интересные задумки, есть свои интересные решения, идеи. И вот эти все ваши наработки вы должны объединить вместе, выбрать самое лучшее, выжимки, соки, выжать из своих проектов и собрать идеальную модель. Собравшись вместе, вы создадите себе план, нарисуете эскиз модели, и каждый уже дома соберет свою модель, ту, что вы придумали вместе. У нас будет в скайпе создана группа, закрытая, где вы можете общаться между собой, где мы с вами встретимся вместе и обсудим этот проект. Будет создана рубрика альбома, где вы должны прислать фотографии, ну и, конечно же, полет модели, которую вы создадите сообща и дома проработаете ее и запустите в небо. Конкурс продлится до 23 августа включительно. До этого времени вы должны прислать все работы, и с 24 августа уже будет работать жюри. Подробности вы найдете в группе ВКонтакте. Пишите личные сообщения, мы с вами обсудим время встречи в скайпе и начнем работать над последним этапом нашего конкурса. Осталось совсем немного, нужно потрудиться и прислать свои замечательные модели, подойти к финишу со всеми вашими работами. Пусть победит сильнейший. До скорой встречи, пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!